Всем привет, друзья! К нам приехали гости! Привет всем! Это Юра и Лена из Фастова! Вот, и мы сейчас приперлись в лес. Будем урок древолазания проходить. Сейчас я полезу на сосну, ну и пообрезаю заодно сучки. У меня есть ножовочка, вот, будем обрезать. Потом у нас будет шашлычок, не шашлычок, у нас будут сосиски, да? Сосиски, сало, булочки. В общем, мы катаемся на великах, мы все приехали на великах. Ребята приехали с Фастова на великах, электричкой, потом великами. Вот, мы тут заехали там, кленового сока чуть-чуть набрали, березового попили. В общем, вчера мы забирали, так что сегодня было мало. И, в общем, с этим всем добром мы катаемся по лесу, по маршруту. В общем, должно быть интересно. Ну что, полезли на дерево. Значит, для того, чтобы подняться на сосну, мы используем две веревки. Вяжем узлы, есть карабины, да? И делаем вот такие вот удавочки. Предположим, мы поставили первую удавочку. Потом мы используем два жумара. Два жумара система. Одеваем левый жумар и есть правый жумар. Значит, теперь мы поднимаемся, затягиваем петлю и поднимаемся до карабина максимально, сколько можно подтянуться. Оп, подняли. Теперь мы берем вторую веревку с удавочкой и забрасываем сколько можно достать. Где холма? Вот так вот. Затянули. Одеваем второй карабин. Ой, второй жумар. Оп. И переставляем ногу. Теперь мы подтягиваемся на следующем жумаре. Максимально. Оп. Тянули. Так, ну что, полезли дальше. Оп. Прищелкиваемся. Выщелкиваемся. Так, затянули. Полезли дальше. Хыч. Хыч. Еще выше. О, так, освобождаемся. Оп. Заодно протестируем новый инструментик. У меня появился такой вот новый инструментик. Инструментик. Это ножовочка My Garden. Сейчас мы ее достанем отсюда. Не распаковал. Так, ловите коробочку. Коробочка ушла. Вот такой вот классный инструментик новенький. Сейчас мы пообрезаем здесь веточки. Как раз инструментик для... Опа, да ты что, пилит как... Как не знаю, как по маслу все. Совсем недавно был объект. Обрезали, тоже такая же работа, обрезали сухие веточки на соснах. Вот, не хватало этой ножовочки. Отлично работает. У меня таких ножовок уже штуки 4, наверное. Вот, тройная заточка зуба. Очень классно отрабатывает, каленый зуб. Вот, 330 миллиметров. Вот, классная пилочка. Сегодня ее первая работа. Опа, четко как. Вот он.
Круто. Четко. Так, испытали новую ножовочку. Круто. Круто пилит. Ну что, я вам дорогу расчистил? У-у-у, какая красота, слушайте. Лепота. Вы такие маленькие. А что вы такие маленькие? Вы что, в детстве болели? Нее. Высоко сижу, далеко гляжу. Так, теперь самое интересное, как съехать вниз. А съехать вниз следующим образом. Остаемся висеть на этой веревке. В нее щелкиваем вторую веревку. Карабин имеется в виду. Вот. И теперь нужно перещелкнуться в спусковое устройство. Вот такое спусковое устройство. Восьмерочка. Мы щелкиваемся под жумар. Так вот, раз. И сюда. Намотали на рога. Сняли наше спусковое устройство. Ой, нашу педальку нашу снимаем. Которая что-то перестала работать как надо. Теперь нужно освободиться от жумара. Как это сделать? Это сделать можно по камесь с помощью вот этой веревки. В ней есть педаль. Вес тела переносим на эту веревку. Освобождаемся от жумара. Все, зависаем на спусковом устройстве. Теперь выщелкиваем здесь все. И щелкиваем этот карабин в удавку. Все, поехали вниз. Теперь просто стягиваем вот этим вторым концом, стягиваем веревку вниз. Все, работа выполнена. Кого вы тут нашли? А? Ух ты, кто здесь у нас? Какой песик классный. Терьерская мордочка. Так, Юра уже освоил технику древолазания. У нас сегодня родился еще один арборист. Не, тебе нужно с другой стороны всунуть. Одна рука сверху, одна снизу. Правая. Одна рука сверху, одна снизу. Вот так вот, да. Вот так вот по чуть-чуть. Прикольно. Круто, поздравляю. Дай пять. Как до первого раза? Супер. Долго? Талант есть. Но не упал так хорошо. Идея в этом нет. Так, Юстина пытается взять эту сосну, но что-то у нее никак не получается. Ну, тебе нужно нагрузить эту ногу. Нагружай ногу, ногу нагружай. И жумар поднимай, поднимай. О, пошла жара, смотри. О, оказывается, все так легко, если делать все правильно. Еще поднимай выше, кроль выше поднимай. Подтягивай кроль. Держи. Кроль выше. И теперь опять-таки поднимаем жумар выше. О, вертикальненько вот так вот его. О. Марк, тікай, бо мама сейчас як насяде на тебе. І роздавить тебе як черв'яка. От весело. Не вижумарюй. Ножовкою можна і верёвку перепилить. Вот это вот работенка, да? Чтобы заработать, надо много лазить. Так, мы пожарили сосисок. Этот момент мы упустили. Было очень вкусно. Сейчас мы едем дальше. Едем на поляну лесной фиесты. Вот, мы хотим там сделать еще успеть качельку, покататься. И потом через лес обратно на Буэрку. Вот так вот. Не отставать! Гой!
Давайте! Крутите педали. Давай, Марк, ты первый. Давай, сейчас только спуск вниз. С горы, давай. В самый низ мы едем аж к дороге, только на дорогу аккуратно. Понял? Все, вперед. Гонка. Полетели. У нас затяжной спуск. Так, мы тут уперлись в такое болото, я не знаю, как мы туда пролезем сейчас. Ребята, вы готовы туда лезть? Эту багнюку. Ну, давайте так, я сейчас пойду первым, я сейчас посмотрю, что там творится дальше, если дальше более-менее, если это самое сложное препятствие, то я вам свистну, то тогда пойдем. Там дальше будет еще речечка, речка, притворка, мы ее там через мостик перейдем и, в принципе, там лес, вот нам к лесу добраться. Там переночуем. Там дальше сухо. Ну, а там заночуем как-нибудь. Танки грязи не боятся. Веди вон там, где я свой поставил. Ну или... Да. Давайте. Аккуратно. Давайте, к моему велосипеду идите туда. Все, мы герои. Мы сделаем это. О, поехали. Танки грязи не боятся, да, Мартуни? Вот так вот они и катались на велосипедах. Помыли покрышки. Как глубоко. Круто. Опа. Йо, да пять. Круто. Круто, Марк, давай, вот так, поднимай его. На себя, о, супер. Живописная лесная речушка, притворка. Да, у меня тоже ноги мокрые. Фух, Марта, где? Марта, классно. Короче, мы добрались, мы сделали качелю. И сейчас тут Марта вот. Сейчас я ее запущу хорошенько. Готова, Марта? Ох, как она пошла. Вот Марта показывает нам мастер-класс по полетам. Марк был первым, Марк все показал. Все. Круто. В общем, темнеет. Мы катаемся. Пока не стемнело совсем, я предлагаю со всеми попрощаться. До новых встреч! Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока!